Мы будем делать мостик по стеночке. Мы подходим к стенке. Подходи. Подходи. Делаем буквально шаг небольшой от стеночки, чтобы, когда они спускались в мостик, у них было расстояние, им было удобнее. Не сгибали колени, не поднимались на полупальцы. Обязательно пятки должны постоянно и все время стоять на полу. Мы их не отрываем. Ручки идеальные, прямые наверх. Можете их проверять, ладошечки надавливать, чтобы они не сгибали руки. Потому что если руки согнуты, они не сильные, и будем падать. Вот, проверили. Ножки можно поставить пошире, так будет удобней. Ну, чуть-чуть поуже, сильно широко. Вот, дальше, тебе надо чуть поближе подойти. Вот, дальше мы встаем, беремся ручками за стеночку, наклоняем голову и потихонечку-потихонечку спускаемся вниз до пола. Так, когда спустилась Василиса и Илона, мы помогаем, поддерживаем их под спинку. Особенно, кто не умеет, чтобы они обратно выросли. И вырастаем мы идеально прямыми ручками наверх, не отпускаем. Итак, несколько повторений. Дома обязательно, если скользкий пол, снимите носочки или постелите коврики. Также можно положить под голову, где обычно может скатывание из-за рук скользких, подушечку или что-нибудь еще. Закончили задание.